С этой страшной ночи, когда в мирный город были введены войска, тяжелая техника, танки, и когда без разбора стреляли в мирных граждан, а танки переехали даже к карету скорой помощи, прошло уже 31 год. Но сколько бы лет ни прошло, азербайджанский народ всегда будет помнить об этой трагедии. Трагедия была ужасная, потому что мы были гражданами одной страны. И когда в своей стране правительство начинает граждан давить танками, то, конечно, ничего хорошего от этого не будет. Я хотел бы особо подчеркнуть, что это было в советское время, и современный Азербайджан никогда не отождествляет этот кошмарный день с демократической Россией. Это осталось в нашей истории как черное пятно, но мудрый азербайджанский народ перешагнул через это, и сегодня Азербайджан бурно развивается. Под руководством верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в 44-дневной войне Азербайджан одержал блестящую победу. И этим, я думаю, воздал большую честь тем, кто ушел 20 января и стал шахидом за свободу, за независимость своей родины. Сегодня Карабах – это Азербайджан, а Шуша – это культурная столица Азербайджана.